Мир занятий силовыми видами огромен. Лично я занимался тяжелой атлетикой, мастер спорта по тяжелой атлетике весе до 110 килограммов. В данный момент на 68-м году я занимаюсь изодинамической, она же гравитационная гимнастика. Это особая гимнастика, где применяются колоссальные веса, которые всего лишь навсего отрываются, не более того, а отрываются. За счет этого развиваются огромнейшие усилия и возрастает мощь организма. Итак, вы видите четвертое упражнение изодинамической гимнастики. Это тяга. Тяга выполняется вот такая. Вес 360 килограммов. Благодаря тому, что это особый тренажер, здесь за счет рычага получается, что вес сразу же увеличивается в несколько раз. И поэтому, вроде бы повесив небольшой вес, вы получаете на выходе, что должны сделать усилие, аналогичное. Вот сейчас я подвесил на штангу 400 килограмм. Руки уже не держат. Поэтому я использую лямки. С лямками также необходимо работать. Это особая работа. Итак, 400 килограммов. И пошел. Всего лишь вот это маленькое движение, которое позволяет развить огромное усилие. В результате чего укрепляется весь организм. Укрепляются, естественно, связки, суставы, позвоночник. И, естественно, возрастает энергетическая мощь организма. То есть этот вид гимнастики как раз и направлен на то, чтобы развить свою энергетику. Энергетику организма, энергетику духа. Итак, очередной вес 420 килограммов. Мы стараемся поднимать опачки не за счет, вот знаете, физического усилия. Здесь очень важен настрой. Вы должны, ну, попробовать поднимать его, ну, скажу слишком так уж громко и пафосно, силой духа, верой. Вот если у вас есть и то, и другое, и вы это все применяете, а вести временем 440 килограммов, то это у вас начинает получаться. Если же вы думаете просто это поднять как физическое упражнение, ну, навряд ли что получится, потому что были случаи, когда пробовали поднимать, но это совершенно иная работа, совершенно говорильная работа, и я вот работаю в этом направлении. Итак, очередной вес 460 килограммов. Опачки! Есть! То есть за счет того, что я вот так вот тяну, получается, что я пробиваю энергетически свой позвоночный столб, я пробиваю, ну, как бы сказать вам, вот буквально таки свое тело. Итак, идем с вами дальше. Лямки. Руки не держат. Поэтому используем лямки. Лямки также врезаются в кожу, отрывают буквально такие руки. Вес тем временем у нас 480 кило. И опачки, есть! 480 кило осилили. Так вот, вес настолько огромный, что он отрывает кисти рук. Буквально таки отрывает. На коже остаются полосы.
кровоподтеки. Вот видите, какие тут буквально таки понавыдавливало у меня. Как синяк получился. Особенно на левой руке. До этого у меня были полосы. Но благодаря тому, что я начал использовать вот эти бинты, уже получается, ну, не такое давление, что ты можешь тянуть. А то и тянуть невозможно. Вроде бы как силёнка есть, а вот эти вот болевые ощущения, они не позволяют тебе это сделать. Итак, на тренажере 500 килограммов. Готовимся. К этому весу я шел долго. И вот она есть. Вот они 500 килограммов. Заветные 500 килограммов. С каждым увеличенным килограммом. Есть 500. У вас есть возрастает 500. Мощь вашего организма. Вы становитесь гораздо мощнее. Вы обладаете гораздо большей энергетикой, нежели до этого. Эта энергетика позволяет вести оздоровительную работу во всем организме. Все органы, которые отстали, которые еле-еле коптят у вас, и больные, получая дополнительную энергию, восстанавливаются. И заключительный подход я делаю, как бы сказать, своего рода заминка на 360 килограммов. Сделали. Ну и теперь... Под конец я ставлю 500 килограммов с другого ракурса. И в замедленном повторе вы видите, как это было. Вот оно. Вот оно пошло усилие. Энергия буквально-таки опять прострелила весь организм до макушки.